Сегодня должна была быть рассмотрена жалоба по факту отказа разъяснения предъявленного обвинения Ринату Усатому. Однако из-за большого наплыва других дел, связанных с арестами, суд сегодня не в состоянии приступить к рассмотрению. И для этого суд был перенесен на 23 марта. 16:40. Не могли бы вы поподробнее остановиться на разъяснении? Что означает разъяснение жалобы? Значит, на взгляд защиты было предъявлено обвинение по факту хищения акций у Универсалбанка и попытки убийства, в котором не отражено элементы, дата, место совершения. То есть фактически формальное обвинение было предъявлено, из которого защита не может подчеркнуть какие-либо данные для формирования позиции защиты Рината Усатова. Правильно я понимаю, что из этого следует, что обвинение было предъявлено с рядом нарушений? Да, фактически нарушение прав на защиту ввиду формальности предъявленного обвинения.